Привет, друзья! Я Хадиев Андрей, путешественник. Мои путешествия в основном трекинг и гор. Я побывал, наверное, в 50 странах. Мне нравится путешествие, я очень это люблю, и поэтому мне кажется, что я могу показать путешествие самое интересное, самое красивое. То, что вы сами никогда не увидите, это точно. Готов идти. Я люблю те места, куда добраться надо потратить немного сил. Мои путешествия – это уникальность тех мест, которые мы посещаем. Не хочется добавлять какой-то шелухи и попсы. Хочется показывать именно те места, которые заслуживают того, чтобы их показали. Для меня путешествие иначе – это возможность посмотреть на наш мир другими глазами. С группой друзей посмотреть с хорошим гидом и принять этот мир по-другому. Не тратьте зря время, путешествуйте.